Сидишь, в водичке сидишь, ну чё, ну да, у берега потеплее, конечно, вода еще днем прогрелась, однозначно. Ну ладно, давай там все нормально. А, блядь! Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами снова, как всегда, я, Леха Смертик. Сегодня мы продолжим проходить русский хоррор под названием Ше, по которому я выпускал предыдущий экспериментальный выпуск. Судя по отзывам, вам даже понравилось, поэтому будет периодически выходить рубрика именно с ними. Я буду ее называть как-то отдельно, чтобы вы там не пугались. Так, а теперь давайте перейдем все-таки дальше в прохождение. Также спасибо Жеки Плеер за то, что оставил комментик под одним из моих последних видосов. Так, что мне надо сделать дальше? Проверить аккумулятор. Ладно, окей, давайте пойдемте проверим аккумулятор. О, блин! Подождите, это что, это колобок был здоровенный? Нет, подождите, это была чья-то голова. Блин, чувак, как ты с такой головой вообще, в принципе, спрятался за этот дом? Мне кажется, что это что-то вообще нереальное. Откройте блок предохранителей. А, я так понимаю, мне надо открыть, наверное, вот эту штуку. Непонятно каким способом. Так, аккумулятор пока не будем трогать, а то опять сломаем игру. Ну, по-любому надо котейку погладить. Так, подождите, на улице слышим, черная кошка у нас. А как правило, она нас ведет именно туда, куда нужно. А, то есть, когда мы к ней подходим, обычно она нам помогает что-либо как-то сделать. А, так, может быть, просто возьмем лом, мы пытаемся ломом это все дело приоткрыть. Я всегда так постоянно делаю, когда ключи от квартиры дома забываю, но нет. Видимо, данный способ нам не подходит. Ладно, давайте сходим до кошки, потому что кошка никогда черной фигни не посоветует. Она, в принципе, постоянно дело говорит, ведет меня куда надо. Это мой маленький, я бы сказал, ангел-хранитель. Хотя я считаю вообще не лучшим решением идти туда, куда-то ночью в лес, находясь где-то в чужом доме. Хотя у меня здесь и УАЗик, в принципе, застрял. И непонятно, почему я хожу по дому, постоянно делаю какие-то странные вещи в нем. Так, ну ладно, окей, давайте дойдем до кошки. Я думаю, она прям однозначно не зря мечет. Мне так учит, что я в росте уменьшился. Я сколько сейчас, полторашка, что ли, ростом стал? Ну, смотрите, я реально гном какой-то, блин. Блин, а как же здесь садиться? Я без понятия, как здесь садиться. Так, кошейка, ты где? О-о-о-о-о. Давайте, давайте, бежим за ней. А, кошка фигни не посоветует однозначно. Хотя ночью бегать за ней, это так себе занятие. Так, все, окей, окей, бежим дальше. Давай, черная кошка, Леха Смертник. Это, мне кажется, идеальная связка. Говорят, дорогу не повезет, если смертник дорогу перейдет, а тут, видите, еще вместе с черной кошкой, поэтому все нормально. В принципе, так, бежим куда-то на озеро, и походу я там сейчас буду либо топиться, либо чем-то похожим, подобным заниматься. Так, давай, веди меня, мой мелкий друг. Ты постоянно меня приводишь туда, куда надо. Мне кажется, тебя даже завели, тебя с детства воспитывали, что придет Леха, смертник, и ты ему будешь показывать все, как дальше делать. Так, опять там плавает это непонятное лохнесское чудовище. Так, подожди, подожди. Опа. Отлично. Меня кошка привела к ключу. Теперь у меня есть ключ. Блять, нихера себе. Я, конечно, читал что-то про летающих рыб. А, ну, это, ребят, скажу честно, это было довольно-таки неожиданно для меня. Блин, ну вот реально, я прям, так, знаете, подиспугался немножечко. Ну, хотя как немножечко, я чуть здесь не обосрался, как всегда, ночью снимаю. Так, давайте ее, наверное, скинем назад в воду, а то она вдруг задохнется. Хотя, я даже не знаю, это больше похоже на голову какого-то улыбающегося гнома. Ну, ладно, все, мы отправили ее в освоясь. Подождите, а это что? Что это за ведьма? Что это вообще такое, блин? Ты чё, болотная ведьма? Чё, как тебе здесь там? Ну, я думаю, с мужиками у тебя здесь напряг однозначно. Единственный мужик, это, наверное, тот лебедь, который там плавает. Ну, ты, в принципе, давай это, тут не хворай, так сказать. Ну, сидишь в водичке, сидишь, ну чё. Ну да, у берега потеплее, конечно, вода еще днем прогрелась. Однозначно. Ну, ладно, давай там, все нормально. А, блядь! Вот, походу, с мужиками точно какой-то жесткий напряг, раз уж она бежит за мной. Единственное, мужика увидела. Блин, я ж тебя видел до этого. Да беги ты быстрее, блин. Я не знаю, куда бежать. Я не хочу оборачивать. Сзади меня бежит здоровенная, непонятная, зеленая баба. В смысле, я не знаю, может быть, это жена Шрека, может быть, это дочка Шрека, блин. Ну, это явно что-то со Шреком. Так, все. Ладно, она отстала. Блядь. Ну, вот реально, зачем пугать такими звуками? Блин, я бежал, я прям реально, я боялся прям. Мне иногда хочется просто все бросить, закончить себе прохождение этих хоррор-игр, потому что, мне кажется, скоро я просто буду весь покрыт седыми волосами. Что? Так, подождите, она, по-моему, продолжает бежать за мной. Я знаю, что надо сделать. Надо просто, наверное, закрыть дверь за собой. Откройте блок предохранитель. Блин, она где-то топает, она где-то рядом. Я не хочу умирать, потом проходить это все по новой.
Блин, так а слушайте, точно, значит, походу, вот та здоровенная зеленая рожа, которую смотрел первоначально, это, наверное, ее муж был, здесь выглядывал. Так, все, отлично, мы открыли блок предохранителей. И что, мы теперь будем искать новый предохранитель себе где-то? А, и дальше-то что? Найди предохранитель, установите его в электрощит. Окей. Ладно, хорошо, я открыл. Но при этом мне надо сейчас где-то найти предохранитель без какой-либо вообще подсказки по поводу того, где он может находиться. И где же мне его находить-то по факту, блин? Где мне его искать? Вот серьезно, давайте кошки спросим. Кошак, слушай, котеночек. Это, помоги найти предохранитель, я тебе рыбку принесу, в смысле. Там на озере словлю специально для тебя. Ну там хотя, я сомневаюсь, там мне кажется, баба уже всю рыбу съела, судя по ее такому, знаете, довольно-таки полному внешнему виду. Мне кажется, она съела уже. Все странно, что она еще лебедя не съела, и почему там туси до сих пор непонятно. Так. О, блин! Да ты че, смысл? Почему там две собаки, и почему вторая какой-то скелет собаки? Так, подождите, это похоже что-то на предохранитель. Я в жизни бы не подумал, что в миску к собаке кто-то будет ложить предохранитель. Конечно, ладно, я понимаю, если была бы собака-робот. Ну что-то такое, блин. Почему-то я себя чувствую более нормально, когда я двери за собой закрываю. Так, ну что, я взял предохранитель, куда ты его дел? Ну стой, 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 ты же должен как-то взаимодействовать. Так, стой, ты что там сейчас выкинул? Блин, я походу аккумулятор, предохранитель где-то потерял, блин. А, вот, точно, я дверь пытался закрыть, вот и потерял предохранитель. Так, все, у нас есть предохранитель, который больше похож на какую-то кубинскую сигару, конечно же. Да, блин, дурацкий. Так, откройся, блин. О, все, мы вставили, что ли? Найдите предохранитель, установите его в электрощит. Ну там уже все стоит, блин. Я уж поставил же его. Или что? О, все, отлично, ребят. Все, мы загрузились. Теперь нам дальше, я не знаю, надо, наверное, подождать, пока зарядятся аккумуляторы. А, кстати, уже светает, мне кажется, ночные ужасы на этом, скорее всего, может быть, даже закончились. Ну, я не знаю точно, конечно же, ребят. Давайте продолжение увидим в следующем ролике. Конечно, оставляйте комментарии. Так что спасибо большое Ане Двали за то, что подписалась на мой канал. Двали. Сейчас прохожу как раз до Sex Mankind Divided, и там тоже Двали есть. Видимо, какие-то грузинские корни. Ладно, ребят, спасибо всем большое. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравилось. Скоро выйдет новый выпуск. Чем больше лайкосиков, комментариев, тем скорее... блин, все, забыл, что хотел сказать. Тем, соответственно, быстрее выйдет следующий ролик, ребят. Если ждете, то пишите, что ждете продолжения. Давайте, ребят, увидимся с вами. Как всегда был я, Леха Сметник. Всем удачи и всем пока. Понравилось видео? Жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку, тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моем канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик, жми на лайк, лайкай видео, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Леха, ты классный. А теперь совсем немножечко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!